Всем привет! В новой версии MIUI появилась одна удивительная особенность в 11. Теперь любое видео можно поставить на рабочий стол, либо на заставку. Выглядит это следующим образом. Мы заходим в нашу галерею. В галерее выбираем любое видео, которые у нас есть, абсолютно любое, ну, допустим, вот это, и нажимаем на еще установить как живые обои. И теперь мы можем установить как живые обои со звуком либо без звука. В данном случае я оставлю без звука. Включаем на рабочий стол. То есть теперь у нас заставка без звука. Любое видео в любом формате, AVI, GIF можно поставить как живые обои. Итак, что же мы делаем? Блокируем, разблокируем. И у нас идет дальше заставка из нашего видео, которое мы установили. Теперь не только хвастаться перед яблочно-фонами можно тем, что мы можем установить любую композицию на любого человека, но также мы можем поставить любое видео на экран блокировки, либо же на экран рабочего стола. Вот и все. Всем, кому было интересно, можете попробовать на своих устройствах. Всем пока!